Здравствуйте! Приветствую вас на канале Hardware Set Info. Сегодня я хотел бы вам показать, как включить резервное копирование от Google на вашем смартфоне Infinix Hot 9. Для начала мы заходим в настройки и в настройках листаем в самый низ. Видим пункт Google, жмем на него. Далее мы должны авторизоваться, поэтому жмем вход в аккаунт. Вводим сюда адрес электронной почты. И жмем «Далее». На этом этапе мы должны ввести пароль. И сейчас нам нужно только согласиться с условиями пользования. И Google нам сразу же предлагает сохранять резервные копии на Google Диск. Давайте пока что откажемся, да, принимаем. И теперь я вам покажу, как это сделать с вот этой вот менюшки обычной гугловской. А все прочее. Мы листаем чуть ниже, видим резервное копирование, переходим сюда и видим далее, что будет входить в резервные копии. Далее просто жмем на ползунок, и автоматически резервное копирование у нас было включено. Ну а на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!